Блин, я, конечно, понимаю, что это демо игры, но почему тут нету меню? Я хотел звук поменьше сделать, меню нету. Довольно странно. Я не думал, что меню так сложно прекратить. Ну ладно. И, кстати, по-моему, тоже батлер какой-то. Не авто, не уверен. А, вот! Настройки, ничего себе! Обалдеть. Они были спрятаны дальше. Окей. Так, хорошо. Персонаж. Выбор персонажа. Приключенец. Его судьба — это эпическое приключение. Он начал свою одиссею в оттачивании скиллов. Окей. Его прошлое скрыто тайной. Выглядит он очень странно. Блин, такая демка. Как будто сыровато немного. Ой, не туда нажал. А, окей. Примеджен Барк. Меч. Выглядящий, как будто он органически... Органический. Окей, я понял, ладно. Хорошо. Тут у меня ничего нету, правильно? Ничего нету. Все закрыто, ничего нету. Как играть? Интерактировать, взаимодействие с помощью курсора. Если наводится на предмет и отображается рука, значит взаимодействие, это значит ходьба, передвижение, а это значит использование предмета. А, ну и еще обследование есть. Окей. Блин, почему тут эскейп везде? А, я понял, потому что эскейп был. Ну да. Что у нас тут? Что изменил? Потому что ничего нету, правильно? Блин, почему не всегда все так любят музыку громкую делать? Пец. Окей, ладно, давай дальше. Какие-то персонажи забавные. Забавные превьюшки. ПВ-регистр, что такое? Это в виде мальчики. Точнее, статистика персонажа, да? Окей. А это приключение для тех, кто хочет достичь верха башни. Найти искупление и место, где восседают боги. Значит, мне нужно дойти, собрать сокровища, атаковать врагов и выйти в дверь. Выйти в дверь надо. Так, выберите экипированный слот. Один пускай. А, это слот, куда я экипировал оружие. Так, а я сейчас... Почему значок сразу другой? Ну ладно, неважно. Если я... А, вот, В. То есть надо менять, получается, да? Ты меняешь способ взаимодействия и... Используешь шоу. Так. Интересно, что будет... Оп. Так, тихо. Атакуй. У меня атаковал еще, да? Это зараза. Так, а... Что будет, если я нажму? Подожди, я золото? Я убил золото. Отстой. Так. Так, подожди. Я Q нажал. Говорю, Q. Вот так вот давай. Много странно. Короче, ходьба и взаимодействие — это одно и то же. Выберите один. А, плюс один получается, да? Life Reborn звучит как воскрешалка, да? Но это именно хил. Во, дальнее оружие. Или можно выбрать маленький мешочек с золотом. Но я хочу оружие. Так, давай. Так. Тут больше ничего нету, карту двигать нельзя. И вот эта менюшка не задвигается. Это не очень удобно. Что будет, если я в лужу зайду? Я не могу в лужу зайти, я понял. Так, взаимодействуем. Ага. Так. Могу? Могу. Оп. Ну ладно, это демка. Спешим на демку, потому что ничего не меняется.
Так, патроны у меня... Стрелы бесконечные, видимо, да? А, подожди, у него прочность кончается. А, использование 9 из 12. А, тут меч лежит, да? Тут подберем сначала. Так. Че с мало баков поин? Ну так, тут 4. Подожди, мне 6 дало. То есть... То есть у меня был выбор, либо выберите карточку, которая была в сундуке. Ну, то есть сундук — это лут, который открывается. Там на выбор есть карточки лута. И там у меня был выбор, либо вы возьмите мешочек золота, где написано было 4 золота, либо внизу, в любом случае будет внизу, еще у тебя выбор, либо вместо этого выберите мешочек золота. Я нажал на, типа, выберите мешочек золота, и мне дало 6 золота вместо 4. Ну, это хорошо, да. Довольно странно. Так. Так, золото больше не будем ломать. Так, а это получается мешочек золота 5. А, подожди, нет. Плюс 6. А почему тут написано 4, а он мне дает плюс 6? Что за фигня? Ладно, давай выбирать хилку, я думаю, лучше. А, вот сюда давай. Так, не надо ее пить, пожалуйста. Бери золото. Бери меч. Меч. Использование 13, да? А тот меч... Все, он пропал. Окей, ладно. Блин, по стилистике похоже на... Этот шпиль. Группа шпиль. Так, вендор торгуется. А будет пауза? Ох ты какой! Засранец. Так, ну давай сначала... Пройди, пожалуйста. Тут, видимо, он не умеет ходить сам. Дальше... А что, в смысле? А почему сундук исчез? Куда? А куда сундук исчез? Что это было, блин? Мне кажется, мне что-то недообъясняли. Просто взял и исчез. Ладно. Так, получается, я могу лук обновить. Мне нужно 38 монет на это. Но я лук, думаю, хочу. Тем более, плюс 1. 4. Давай я лук хочу. Почему здесь ничего не стало? Так, подожди. Почему? А! Вот. Ага. Подожди, а, это у меня выделена колонна. Я понял. Я понял. Хорошо. Так, я могу, получается, вот так вот посмотреть, да? Я же на Q нажал. А, вот. Ага. Получается 4 хп, 1 по одному стату, не знаю, 2 монетки у него внутри. И он ядом пуляется. А, точнее, травит, да? 5. Так, почему у меня в прошлый раз взял и исчез сундук? Вот эта менюшка немного... Куда ты пошел? А почему ты пошел? Я же не кликнул. Я W нажал, конечно, но я не кликал. Ладно. Так, давай. Тут цифра какая-то 15, я не знаю, что это цифра. Вот, 13. Ага, это шаги. Все, я понял. Ах ты какой засранец. Вот так вот. Я понял, тогда у сундуков, значит, есть ограничения. После истечения которого они исчезают. Ты, значит, сейчас хилиться будешь, да? Вот так вот. Он продолжал хилиться до последнего. Так.
А чего? А почему? А куда? А куда я? Я себя атаковал? Ё-моё. Блин. Неловко получилось. Ну ладно. А, это у нас способность, да? Какая-то. Так, новый специальный перк открыт. Вы открыли способность Trinket. Экипируйте ее, чтобы получить улучшение. Оно будет доступно в ваш следующий поход. Хорошо, давай, как мне это сделать? Куда? А, все, я понял, оно будет доступно в следующий поход. То есть я его открыл. Доступно оно будет только в следующий поход. Ну ладно. Это немного странно, ну ладно. Так. Ну, у меня ничего нету, правильно? А, то есть он любые шмотки. Ой. За... А, он и может чинить, а может улучшать тринкеты. За 11, да? Ну, я не думаю, что мне меч нужен. Поехали дальше. Опа. Так. 4? Ё-моё, а я... А мне никак, да? Подожди, а как я... Умер? У меня... 0 шагов осталось? Чего? Тебя победили шаги! Ты был убит шагами, чего? У меня ограниченное число шагов? Получил 57 обломков. Давай открыть способность. И чего? А чего? Select fit. А чего? А как? А что? А чего? А чего? Не понял. В смысле? А выбрать-то как? Что? И что выбрать я могу? А. Подожди, фитс, это же навыки, не? Смотрим. Не, навыки это skills. А фитс это... А, это подвиги, ё-моё, подвиги. Я понял, это просто отслеживание подвигов. Окей, я думаю, мне это не надо. А, вот, я открыл новые вещи. Путь, наследие, горизонт, дом... Мешки, рюкзаки, фитс. Окей, понял, я вас понял. А это что такое? Солнечный огонь. Древний гримуар найден... А, обитый драконьей кожей. И с какими-то огненными рунами. Похоже, это заклинание огня какого-то. А что у нас тут? Кольцо. Когда ты его одеваешь, это когда ты его одеваешь, ты чувствуешь какую-то энергию, которая усиливает твое тело и увеличивает способности. Окей. Ну, короче, понял. Это какие-то шмотки прикольные. Ну давай еще раз попробуем. Тут нечего выбирать. А, подожди, у меня... Это уже было? Да, это уже было. А что это дает? Это горизонт. Компас, в котором есть какая-то энергия горизонта, направляет тебя к новым горизонтам и открытиям. А следуя его указаниям, ты получаешь скорость и силу в твоих действиях, который позволяет тебе достичь цели. Окей. Поехали, давай еще раз. Так, ну... Вот сюда давай. Так, trinket slot. Ага. У меня шаги прибавились, получается. Больше шагов стало. Так, хорошо. Шаг. Теперь атака. Зараза. Так, я подозреваю, что мне нужно... Да куда? Блин. Да... Не надо, вот уйди отсюда. Вот, хорошо. Так.
кликнул сверху, а там была... Там была... Бутылка. Так, тринкетки — это получается вещи, аксессуары, которые мне дают бонусы. Постоянные не очень. Скорее всего. О, от лук. Отлично. Так, сюда. Огонь. Так, не ломаем. Так, мне нужно как можно меньше шагов делать. Правильно? Так, ну этот пусть идет. Блин, мне же тут все собрать надо. Ё-моё! Нет, сундук! Вот я растяпа. Ладно, давай. Так, это мне даст 10 хп. И получаемый монет плюс один. Здесь скорость. Скорость, кстати. Кстати, а что за скорость? Давай еще один такой. Тут еще и урон. Я могу же два одинаковых? Да, могу. А, это сколько я трачу шагов на перемещение. В принципе, понятно. Так, этот мне нанесет один, а этот два. Значит, это сначала. Вот это. Так, минус один сундук, да и пофигу. Сундуки, деньги не главное. Так, давай этот вот починим и этот. А я здесь... Да нафиг эту монетку, сколько там, тем более. Пофигу. Шаги не хочется тратить. Так, во, отлично, я ваншотнул его. Ага, теперь я могу прямо вот так вот ходить, быстро, да? Отлично. Плюс две скорости. Я прямо вот так, вау. Жестко. Денежки давай. Так, ты будешь меня атаковать, нет? А могу ли я? Могу ли я? Вот. Так, этот меня еще не атакует, правильно? Меня вот это атакует. Так, теперь вот это атакует. Ага. Блин, ты тут атакуешь еще меня. Боже мой, почему вы все меня атакуете? Давай скорость еще. Ах ты ж, елки-палки. Не, я не могу. Блин. Тогда вот это давай. А куда то делось, я понять не имею. Так, окей, пьем. Подожди, у меня 6 использований. Ладно. Вместо этого попробуем теперь. А монетки я даже не знаю, надо ли брать. Да, пойдем. А, так, у меня получается лук. Почему мне ничего из этого не надо? Я могу, в принципе, только луком стрелять. Плюс один. Тут получается плюс один. А... И сколько использований? 10. Давай его. Пускай луком буду стрелять теперь. Так, окей. Теперь вопрос. Вау. То есть даже если я... Да. То есть если я не все шаги трачу, не все клетки перемещения, то все равно... А я могу просто сбежать? Опа. Здесь хп. Нет, это все фигня.
этом я не думаю, что мне тоже нужно. А я могу просто, просто вот, типа... Оп. Чё? Чё, куда? Ты чего мне? Не надо мне. Ну, да, да. А если cancel? Ага. Давайте строить тогда. Вот так вот. Что тут у меня... Оу, ничего себе денег сколько. А если я просто... Я могу просто уйти? Я могу просто уйти? Чего? Подожди, я могу просто собирать сундуки и все? Серьезно? Так. Так. Я же это все, что я могу. Это все, что я буду делать. Так, хорошо. А-а-а. Так. Я же могу буквально просто переместиться вот сюда и. Попробуем. Да не надо мне, да, дестрой. Окей. Давай дальше. Закрыто, потому что тут босс. Правильно понимаю? А я не смогу ничего сделать. У меня нету как бы... Два. Ёлки-палки. Добегался. Так а все, меня его сейчас убьет. Ну давай пробуем. Вы побеждены шагами. Боже, это что такая... Какая-то механика странная, если честно. Ну давай. Десятый флор. Ага. Что я там открыл еще? О, я открыл новый класс. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, давай. Да. Какая-то ссылка. И подарок 50 этих осколков или чего-то там. Ассасин. Кружка пива. Сколько тут шагов? Ноль. А вот спит два. Два, один. Ну, давай. Я так понимаю, мне нужно как можно быстрее отправиться к... Чё он дает? Можно как-то посмотреть свои тринкеты? А вот. А, плюс пять, плюс два. Уу. Это мощная тема. Хочу сундуки. Блин, ну тут сундуки, конечно, такие. Так. Возможно, было лучше идти наверх. А тут что мне делать? Могу я просто пойти нафиг? Как-то так, да? Тут мне больше нравится. Да, то есть все-таки есть разница. А, то есть они собираются. Так, это хорошее известие. Не надо нажимать прям. Надо нажимать прям на ячейку с шмоткой. Можно просто. Ой, что сделал? Я улучшил пиво. Пиво стало лучше. Она только хп увеличила мне и все. Так, хорошо. Это уже, в принципе, прикольно. Блин, ничего себе, у меня шагов дофига, а хп нифига. Пошли отсюда. О, новая способность. Ёлки-палки, а как мне тут пройти? А, кстати. Кто меня там атаковать будет? Это ты, да. Так я, в принципе, могу отойти, да? Да, могу. Вот этого атаковать? Блин. Окей, это уже интереснее. Поехали. Я сейчас могу первого босса завалить. Так,
Ничего себе, расклад какой. То есть я могу вот так вот, оп, да, и получаю сразу. Ну, туда не хочу идти. Далековато слишком. 8. А вот сюда могу дойти. Или нет. Отлично. А, так вот сначала. Ага, деньги. Отлично. Так, получается, я вот так вот иду. А, тринкет новый. Плюс 2 рейнджа. А, ну это для дальнобойного оружия. А, так, чел, ты можешь мне 55? Ровно 55 монет, а это 11 всегда, похоже, да? Так, ладно, не хочу с вами тут сидеть больше. Блин. А как мне? Так вот. Ну, атакуешь и ладно. Так. Допустим. Ёлки-палки, как больно. Вот ты жопошник, а. Блин, засранец. Так, чел, дай хилку, пожалуйста. Хилку, пожалуйста. О, хилка. Так. Ничего себе он сильный. Так, новая способность. А теперь у тебя есть доступ к меню улучшений. Потратьте очки для получения перманентных апгрейдов. Да, пожалуйста, чайку. Да, бергамот. Так, отлично. А меню где оно было-то? А где меню-то? Ну, видимо, в главном меню. Так, окей. Тут аж 5. Как-то у меня с рыцарем лучше было. Во! Вот это я понимаю. Так, давай мне ХП нужно. И это у нас... Теперь вот так вот. Ё-моё. А как жить? Дай пожить. Пипец. Меня убил яд. Ладно. Так, попробуем лучше за опять за приключенца. Угу, так. Тринкет сразу. А сколько у меня? 2, да? Так, так. Жопошника. А могу пропустить что-нибудь или типа того? Можно пропустить шаг? Можно шаг пропустить? Как мне пропустить шаг? Может быть, я могу... Ага, могу просто наступить. На тот же. На ту же клетку могу наступить и... Каким образом пропускаю шаг? Отлично. Отлично, блин. А он дальний. Блин. Ну, у него, по-моему, лук 30-ку стоил. Да, блин. Если нажать W и на клетку навести, то он делает шаг. Стой. Так. Я не хочу его бить, не надо его бить. Дядя большой. О, отлично. Больше хп. Так, получается... Я все равно не смогу за один ход дойти, поэтому... Можно было туда наступить. Так. Просто уходим, может? Или я дойду, да? Да, дойду. Получу по жопке.
О! Отлично. Сваливаем. Как мне тут проще будет? Я могу, в принципе, вот так вот. Давай так. Ага, вот. Вот это хорошая штука. А могу я просто уйти от тебя? Как-нибудь куда-нибудь. Это яд не хочется получать, если честно. А, да, могу. Так вот, и, оп, все. Окейюшки, а тут я просто свалю. А я смогу тебя убить? Да. Отлично. Еще и золото получил. Сюда. А, блин, золото осталось-то. Ну ладно. Вот так вот. А, еще больше золота и сваливаем. Так, давай, мужик, что ты мне можешь сделать? А. Ну, тут 55. А тут, кстати, пишет. Плюс 5 здоровья, плюс одну монетку еще. Понял. А починить можешь за 11. Ну, я думаю, мне уж как-нибудь я достану еще один меч. Так, у меня уже все... А, нет, не забито, не забито, не забито. Давай еще шаги. Еще шаги. Вот интересно, тут что-нибудь ценное будет? Нет, похоже, тут просто все одинаково. Так, я хочу открыть... Не хватает. Так, новый специальный подвиг открыт. А теперь у персонажей уникальные абилки есть, уникальные способности. Это, конечно, все круто. Я, кстати, не качаюсь, по-моему. Потому что мне вообще бить монстров особо-то и нет смысла на самом-то деле. Как оказывается. Выйти я не смогу сразу, поэтому просто... О, вот это прям тут то, что надо. Так, тихо, не надо хилить дверь. А, так, смотрим. Шагов у меня дофига, поэтому... Ладно. Я надеюсь, тут будет что-то крутое. Подожди, мне крутого ничего не надо. Ё-моё. Мне ничего не надо. А можно я просто уйду? Спасибо. Жик. А чего, как? А как мне использовать это? Во! Так. И еще разок. Еще разок. Еще разок. А. Так, я, пожалуй, лучше сейчас уйду. И... Так вот, нет, я себя... Во! Так. Да что ж ты делаешь? Блин. Это очень неудобно, когда ты жмешь на... Когда ты жмешь на... А, демо-версия, все? Ау. Очень неудобно, когда ты жмешь на... Кнопку, получается, за действие, и он это делает. То есть, как бы у тебя есть вариант, ты жмешь на эту кнопку, и у тебя меняется курсор, то есть ты выбираешь действие. Но при этом он же еще и сразу... Делает это действие, если у тебя выделена ячейка. Это пипец неудобно. Это, я не знаю, это надо вырубать. Так, в принципе, прикольно. Похоже на шпиль. Такая игрушка довольно... Ну, не сказал бы, что она затягивает, потому что это немного непонятные механики, если честно. Но оформление прикольное. Геймплей тоже сложный. Я думаю, интерес особо не вызывает из-за того, что слишком демка сырая. Кстати, вот все... Каково? Эти дурацкие кнопки, вот менюшка такая. Мало звуков, мало эффектов. Но так прикольно. Если доделают, надо будет обязательно поиграть. И чувак много. Еще я наоткрывал всего. Я думаю, тут еще и классы будут.
Или они закрыты навсегда. Ну, как бы в демке. Прикольное описание придумали для каждого. Весело. Весело. Надо будет потом еще раз проиграть, посмотреть, тут все доступно, что здесь показано или нет. Ну, так прикольно. Если будет стоить недорого, то можно прикупить.